Приветствую тебя, дорогой зритель. Меня зовут Родионов Михаил. Рад видеть тебя на моей страничке Instagram Родионов _Dance, либо на моем канале YouTube Dance Mechanics. Это видео ты видишь, потому что совсем скоро состоится запуск уже 7-го потока Родионов Dance Online, моего авторского дистанционного проекта обучения латиноамериканской программе бальных танцев. Что это такое? Что такое Родионов Dance Online? Это проект, который качественно позволяет менять танцевальную технику в лучшую сторону. Каким образом, ты сможешь увидеть уже во второй части этого видео, когда я буду вместе с тобой разбирать кукарачу и расскажу об основных ошибках этого движения и тот опыт, который позволяет и позволял мне раньше работать с большим количеством танцоров, он сейчас позволит тебе научиться танцевать кукарачу намного круче, чем ты ее танцевал. Ну и позволь сделать небольшое вступление и рассказать немножко о проекте Родионов Dance Online. Итак, 7-й поток стартует в феврале. 6 февраля, в субботу, первое будет занятие. Что это такое, каким образом происходит занятие? Занятие проходит в онлайн, соответственно, формате. Из любого города, будь ты из Владивостока или из Краснодара, ты можешь присоединиться к онлайн-эфиру и заниматься вместе с преподавателем, то есть со мной. Вот. Также, особенностью Родионов Dance Online является то, что после эфира тебе дается домашнее задание, ну или во время эфира дается домашнее задание, которое ты выполняешь, снимаешь себя на видео, присылаешь мне, как твоему преподавателю. Я тебе говорю, что тебе подправить, что улучшить, да, над чем поработать. И выходит, что 50% ты получаешь теорию и практику за счет просмотра онлайн-эфира, да, за счет того, что был на уроке онлайн, а еще 50% ты получаешь от того, что ты отработал эту информацию, да, снял себя на видео. Зачастую то, что ты снимаешь, отзывы пишут, что бесконечно 50 попыток, да, чтобы снять достойно, чтобы снять хорошо домашнее задание, чтобы отправить и, как говорится, не упасть в грязь лицом. Да? Человек это время старается, 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 и вот за счет этого возникает просто огромнейший тренировочный эффект, и, конечно, это очень эффективно. А если я говорю, что поправить, то это тоже огромный-огромный бонус, да, для этого студента РДО. Вот. А эфиры. Они проходят онлайн в определенное время. Как правило, мы танцуем, да, собираемся и танцуем по субботам вечером. Но, естественно, у нас люди в этом проекте, они с разных уголков и России, в том числе за рубежа. Соответственно, эфиры сохраняются. У тебя есть доступ к эфирам, то есть доступ к папкам, где лежит эфир, и ты можешь в любой момент времени включить эфир и, соответственно, как будто ты присутствуешь на занятии, то есть протанцевать его полностью. Более того, так как он у тебя сохранен, ты можешь включать его несколько раз. Эта уникальная возможность позволяет тебе те детали, которые с первого хода, возможно, не запомнились, не уловились, не получилось их осознать. За второй, за третий просмотр того же материала ты улавливаешь больше, усваиваешь больше информации и получаешь, опять же, от этого большую пользу. Вот, у нас проходит 4 больших эфира в течение месяца, каждый выходной, либо 2 выходных, если эфиры короткие по часу, либо если это большой эфир, полтора или двухчасовой, он проходит один раз в один выходной. Вот, соответственно, мы разбираем танцы самбо, ча-ча-ча, румба, джайв. Меня просят про пасодобль, пока говорю нет, но это зависит от уровня участников. Кстати говоря, об уровне участников. Уровень участников очень разный. С самого первого потока у меня были совершенно разношерстные группы. Проект вот за 6 потоков уже прошло более 100 человек, да, то есть именно уникальных человек. Вот. Все они пишут прекрасные отзывы, которые ты можешь прочитать у меня на страничке в Instagram. То есть я это выкладываю в сторис. Это все живые люди, которые прошли РДО. А большинство этих людей остается и ждет следующего РДО. Для меня это отдельная благодарность этим людям за то, что они доверяют мне, за то, что они остаются со мной. И, конечно, если ты продолжаешь, да, то есть вступаешь в проект и продолжаешь
продолжаешь месяц за месяцем его проходить, то, естественно, для тебя гораздо лучше, потому что я не пытаюсь внедрить или уложить в голову участников весь свой богатый опыт за один месяц, ни в коем случае. Это получится каша, и результат будет нулевой в данном случае. Я это прекрасно понимаю. Поэтому с первого месяца потихоньку мы начали разбирать основы, начали разбирать биомеханику движения. Я даю упражнения такие, ну, то есть рабочие, полезные, которые годами шлифовал на своих учениках, тренируя их в офлайне. Видел, которые работают упражнения, видел, которые не работают. Неработающие, естественно, я не даю. Те, которые работают, я даю. Эти упражнения позволяют либо почувствовать какую-то область тела, например, стопу, либо не почувствовать, а развить большую амплитуду движения. Либо это отработка изоляции, чтобы ты мог лучше управлять своим корпусом, чтобы получилось сделать домашнее задание. Да, все, естественно, сводится, да, все упражнения, вся логика и построение вообще, в принципе, эфиров, она уроков, можно так сказать, она сводится к тому, чтобы ты выполнил домашнее задание и получил конкретный результат. Результат – качественно сделанную, качественно выполненную или выполняемую из раза в раз фигуру, будь то это виск в самбе, локстеп в ча-ча-ча, кикбол чейндж в джайве или там хип-твист в румбе, например, да? То есть неважно, мы берем, концентрируемся на каких-то фигурах, может быть, это будет связка, да, мини-связка, вот, соответственно, разбираем там фигуры, разбираем их взаимодействие, разбираем биомеханику, разбираем ритм, тайминг, все, чтобы у тебя получилось сделать это классно. Лучше, чем ты делал на две, а может быть, на три головы. Вот. Вот, собственно, вот такой вот таким образом проходят онлайн-эфиры. Если честно, я не верил в онлайн, но период пандемии, он все повернул сверх с головы на ногу, с головы на ноги, и, соответственно, получилось так, что я начал вести эти эфиры. Естественно, не все сразу. Да, стало получаться, я докручивал постепенно, по чуть-чуть, понемножку, в каждом эфире что-то, в каждом потоке что-то менялось, да, где-то, во-первых, я улучшал качественно базу техники, да, то есть свет, видео, микрофон, все это постепенно, да, стало таким, как ты сейчас видишь, то есть тебе хорошо слышно, тебе хорошо видно, ты видишь все нюансы, ты понимаешь все, да, то есть как бы проблем с восприятием информации нет. Следующий момент, что разобрать, да, первым, что вторым, то есть прописывал сценарий, смотрел, что получалось, что не получалось. Для тех из вас, кто первый раз вступает в проект, это будет просто огромным скачком вперед, потому что у вас будет уже на старте, еще до начала первого эфира, уже будет библиотека упражнений, да, то есть в закрытом аккаунте, куда вы вступите, у вас уже будет библиотека упражнений, где, просмотрев видео, прослушав информацию, проработав ее, вы уже будете более готовы к первому эфиру, хотя мы еще ничего не начали, а вы уже впитаете в себя кучу информации. Конечно, для стареньких, для, скажем так, тех, кто идет с первого курса, ничего нового в этом плане не будет. Но для тех, кто впервые вступает в РДО, это будет огромный бонус и шаг вперед. Вот. Соответственно, если вы впервые вступаете, у вас появится база музыкальных мелодий. Да? То есть я даю музыку полностью как папку, вы можете скачать себе музыку, можете пользоваться из онлайна, то есть из облака. У вас есть музыка для отработки, у вас есть будут эфиры, то есть видео для отработки. Дополнительное видео, которое, возможно, понадобится нам, я часто прикрепляю видео, снимаю дополнительное бонусное видео, скажем так, для того, чтобы лучше разобрать какие-то фигуры, может быть, дополнительное упражнение, может быть, работа с телом, да, по типу того, если вы знаете, как у меня есть там магия тела, танцевальная спина, танцевальные стопы, то есть все эти упражнения, они колоссально меняют качество танца. Вот, поэтому я искренне призываю вас вступать в ряды участников РДО, потому что это действительно качественно изменит ваш танец, в этом я нисколько не сомневаюсь, и, естественно, я всегда буду стараться дать вам больше информации, дать вам больше материала, дать вам больше осознанности, да, рассказать какие-то истории из жизни, которые помогут вам преодолеть, возможно,
трудную какую-то ситуацию, выручу советом, подскажу по технике, всегда оценю ваше домашнее задание по всей строгости, то есть вы получите от меня и нагоняя, и пинка под зад, такого хорошего мотивационного. Поэтому, собственно говоря, никто не уйдет без качественного улучшения танца. Угу. Седьмой поток, старт совсем скоро. Итак, приступаем к практической части. В этой части этого видео вы можете наглядно увидеть, как работают эфиры РДО, пощупать, как я даю информацию, насколько она качественная, насколько получится у вас или не получится, станцевать лучше уже после просмотра этого видео и понимания тех нюансов и деталей, о чем я буду говорить, да, что я буду рассказывать. Я хочу разобрать кукарачу. Кукарача это достаточно простое движение в румбе. Когда человек танцует шаг в сторону, дальше сбор ноги, смена веса, смена ноги и, соответственно, все повторяется с другой ноги. То есть по факту это перенос веса из стороны в сторону, боковой шаг, выполнение бокового шага и смена веса на месте. Вот так фигура выглядит со спины. Два, and три, четыре, раз, and два, три, четыре, раз. В эфирах мы, естественно, много танцуем под музыку. Я много танцую под музыку. Вы слышите эту музыку и танцуете вместе со мной прямо вот в режиме онлайн под музыку. Но сегодня мы не для этого собрались и, соответственно, под музыку мы танцевать не будем. И без этого хватит. Смотрите, что я вижу, когда ко мне приходят, то есть благодаря своему опыту танцевальному, тренерскому, достаточно большому, да, с 2001 года я уже преподаю, начал с самых маленьких и потом потихоньку поднимался. Вот, 20 лет опыта тренерского у меня. Соответственно, благодаря этому богатому опыту, когда ко мне приходит человек танцевать, он танцует кукарачу, например, да, ну, одно из... Почему кукарача вообще, в принципе? Ну, потому что это одно из тех движений, на котором сразу видно, умеет человек переносить свой вес, пользоваться своим весом, делать естественный свинг в бедрах, позже обращу на это внимание, или нет. Или как бы он танцует, подменяя понятие, танцует, зажимаясь, танцует через зажимы, да, и танцует, соответственно, не в полную амплитуду и не стоит на ногах. Вот тут либо то, либо то. Чаще всего то, что я перечислил последним, то есть все пункты: не стоит на ногах, не чувствует веса на ногах, нет понимания, что-то, как сделать свинг естественным, как танцевать легко и при этом амплитудно бедрами. Вот. И, конечно, да, нет последовательности. Вообще в голове нет логики, даже не логичности, а системности движения. Да? Это как раз и есть биомеханика. Что следует, когда вы выстраиваете порядок по очередности, да, движений в корпусе, например, чтобы сделать шаг в сторону, вы должны сначала сделать изоляцию в грудной клетке, да, у вас сместится центр тяжести, затем вы, соответственно, смягчаете ногу, у вас происходит естественный свинг в бедрах, затем вы ротируете бедро и затем совершаете шаг. И вот эта вот поочередность действий, это и называется биомеханикой, биомеханическим, ну то есть как бы естественностью наших рычагов, то есть у нас есть кости, и почему биомеханика работает? Потому что мы все чисто скелетно одинаковые, неважно, вы девочка, мальчик, мужчина, женщина, все эти косточки, они все одинаково работают. Как мы строим скелетное вот это движение, так и получается у нас хорошо или нехорошо двигаться. Итак, продолжим. А что я вижу, когда ко мне приходит человек, и я прошу его станцевать кукарачу? Посмотрите внимательно. Два, три, человек старается. Четыре раз. Два, три. Четыре раз. Два, три. Четыре раз. Что-то не так, да? Давайте я сразу покажу правильный вариант. И эту картинку продублирую. Two and three and four and one. Two and three. Four and one. Two and three. Four and one. Покажу этот же вариант со спины, в правильном исполнении. Два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз.
И в том исполнении, в котором я вижу это обычно у людей. Два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз. Два, три, четыре, раз. В принципе, здесь большинство продвинутых танцоров поймут, в чем разница и фишка, и догадаются. Но я все-таки все вам разжую и разложу по полочкам. Смотрите. В том случае, в первом, в неправильном, человек после того, как собрал ногу, он совершает упражнение, смена веса через подъем. Такое упражнение очень часто дают тренера, в том числе я тоже такое упражнение могу дать на разминке урока. Да? Зачем? Чтобы максимально подготовить стопы к работе. В данном упражнении мы поднимаемся на два полупальца или на высокие подъемы и опускаемся в другую ногу. Поднимаемся, опускаемся, поднимаемся, опускаемся. Соответственно, вот это действие подъема идет приоритетным. И это неправильно. То есть, если мы собрали ногу и поднялись, это неправильно. Что идет следующее? У человека идет понимание, что нужно сделать качественный боди-экшен. Это значит, что сделать наклон таза вперед и ротировать таз. Наклон, ротация. И плюс то действие, которое я вам показал, да? Шаг в сторону. С шагом в сторону, как правило, меньше проблем. Но я не буду его разбирать, он более простой. А вот здесь прям конкретно жесть. Здесь тоже получается подъем, сбор, ротация. Подмена понятий. Здесь должен быть у нас естественный свинг. Что мы знаем о свинге и как мы можем его достичь? О свинге мы знаем то, что если мы стоим на двух прямых ногах, у нас бедра находятся в нейтральном положении. Стоит нам одну ногу согнуть, смягчить и согнуть, у нас уровень бедер, это видно по моему поясу, он будет меняться. То есть будет происходить наклон уровня бедер. Это и есть естественный свинг. Значит, чтобы произошел свинг в бедрах, нам необходимо сначала выйти в нейтраль, а затем смягчить одно колено. Причем неважно, я стою ноги вместе, например, да, я могу стоять в такой позиции, если у меня будут две ноги на одинаковой высоте, то и бедра будут на одинаковой высоте. Если я смягчу вот это колено, то, соответственно, у меня бедра сделают наклон, да? И наоборот, я подниму стопу, то есть столкнусь стопой, допустим, выполняя шаг в сторону, я доведу за счет стопы бедро в максимально высокое положение, вы видите, что у меня наклон есть. Да? Дальше я смягчаю колено, и происходит наклон в другую сторону, например, чтобы собрать ногу. А это свинг. Здесь должен быть свинг, и должен быть естественный свинг. Соответственно, когда мы собрали ногу, пятка к пятке, колено в браш, собранная, закрытая, красивая позиция. Дальше, следующее, что нам нужно сделать? Не в опорной ноге, в данном случае опорная у меня левая нога, вот я стою на ней, не в опорной ноге поднять себя наверх, как в том упражнении, а надавить свободной ногой, которая будет становиться опорной, надавить в пол, то есть использовать или включить стопу, как хотите, назовите это, включить стопу, чтобы выровнять уровень бедер. Да? Потому что изначально, когда мы сюда пришли, мы пришли в позицию, то есть собрали ногу, пришли, собрали ногу, позицию settled. Теперь включили стопу и выпрямили колено, вот у нас позиция нейтральная. Дальше смягчаем колено той ноги, которая была опорной, и у нас произошел свинг. То есть смотрите, свинг, да, плюс ротация, конечно. Чтобы показать больше боди-экшена, нам необходимо что? Когда мы будем собирать ногу, собирать ее за счет ротации левого бедра, или сейчас в данном случае опорного бедра, когда мы будем смягчать уже левую опорную, сейчас она опорная и прямая, смотрите, вот сейчас смягчать ее, то ротировать правое бедро назад. Да? И в данном случае происходит естественный свинг и естественная ротация в бедрах. Two and three, and four and one, two and three. And one. Давайте я еще раз поставлю в окошечко тот вариант, который был неправильный, который мне показывают. Вы сравните, насколько естественный свинг полнее в амплитуде. Больше по амплитуде.
сможете увидеть разницу. При этом усилий вот здесь я делаю гораздо меньше, потому что я больше думаю о переносе веса тела и о приоритетности задач, выполнении задач, приоритетности работы рычагов моего тела. И получается более красивая картинка, более естественное движение, с более амплитудным свингом, с более амплитудной ротацией. Самое главное, с пониманием веса, на какую ногу я пришел, в какую ногу я пришел, да, в какую ногу я поменял вес. Вот. Естественно, этого всего, чтобы сделать красивую кукарачу или прям вау кукарачу, да, то есть эффект кукарачу вау, этого всего недостаточно. Необходимо будет добавить работу над изоляцией в корпусе, потому что каждое движение, оно должно начинаться с преднатяжения и выхода в стретчинг в ту сторону, в то направление, в которое будет совершаться шаг. Каждый раз. Стретчинг, шаг. Стретчинг, перенос веса. Стретчинг в момент собирания. Стретчинг, переход, да? Фум, 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 фум. Но это уже отдельная тема. Про изоляции мы будем очень много говорить и, самое главное, очень много их практиковать. То есть мы будем работать над изоляциями в сторону, изоляции по диагонали, изоляции круговые, изоляции восьмерками. Все это то же самое работает в бедрах. Это действительно огромный пласт, который танцор, который хочет танцевать качественно, он должен этим заниматься. Это лично мое мнение, но оно совпадает со мнением всех хороших педагогов. Вот. Ну а на сегодня спасибо за внимание. С вами был Родионов Михаил. И до новых встреч. Надеюсь, увидимся с вами на РДО в седьмом потоке. Пока-пока.